Так, ну что, еще раз, я не понял, мы вместе? Или ты начнешь со своего фланга один и будешь стеснить Серегу и не давать ему, а я попробую один на Диму. Или мы идем вместе, не даем Диме встать и кучкуемся вместе. Давай вместе. Хорошо, тогда, значит, на пригорке выбрасываешь десант, и потом же там же вот еще, только вперед никогда не кидай. Кидай немножко чуть назад, чтобы ящики не смогли забрать. Второй десант. МГ притаскиваешь уже своим ходом, он идет. И внимательно, и всегда около МГ один отряд кучкуй. Потому что его надо прикрывать, а то убьют и МГ заберут, и все. Так что всегда будь около МГ, и чтобы его не фланганули. То есть прикрывай вот этим вторым отрядом, который ты сбросишь, пулемет. А один будет со мной в зеленке стоять, около этой каменной стены, куда я подвожу свой пулемет и свой отряд еще. И еще один сбрасываю. И будем там ждать уже. А потом, значит, делаешь офицера и захватываешь все на горке. А я, может быть, кетон сделаю. И уже захвачу все там остальное. Потом ты закажешь еще один пулемет. Тебе нужен будет еще один пулемет. А потом уже будешь вот сначала, значит, парашютист, МГ, парашютист, офицер, пулемет, самолет, лечилка. Или лечилка, потом самолет. Не забудь, что тебе нужно 50 амуниций оставить на медпункт, от которого я буду лечиться. Так что ты гранаты старайся сильно не бросать. В крайнем случае, максимум одну гранату только можешь бросить. Не разбрасываемся ими сильно. А то это ударит в начальной игре на нас. Я буду бросать две, ты максимум одну, либо вообще ни одной не бросай. У нас есть шанс победить. Погнали. Я бросаю вот сюда. Так, идем вот сюда и встаем вот здесь вот в эту зеленку. Осторожно, у них здесь будет, скорее всего, будет пулемет. И туда лучше не вытаскиваться. Чего-чего? Пулемет подтаскиваем. Так, чё? Алло. Играй. Где пулемет твой? Давай пулемет сюда ближе, сейчас мой заберут пулемет. Прикрывай эту точку, Эмиль! Да здесь я, здесь. Держи пулемет, чтобы его не взяли. Сбрасывай сюда парашют. Пулемет подводи ближе. Подожди, его надо спасать. Кого спасать? Пулемет ближе подводи. Иначе мой заберут. Пулемет свой ставишь вот здесь. Разворачивай, чтобы он и тут стрелял, и тут стрелял. Не в одну сторону, не в одну сторону, чтобы с фланга не обошли. Че, двоих не спасает. Так,
Пулеметик выводи сюда, чтобы он стрелял. Вот здесь его поставь. Не ползи, ползи в зеленку. Офицер твой ничего не захватывает. Пулемет, скорее всего, быстрее ставь. Стой, стой пулеметом. Пулемет вперед по воде. Ждать некогда. Подводи пулемет. Иначе просрём. Куда самолет кидать? Вот здесь, но сначала надо захватить все точки. Офицер должен для этого быть. Офицер. У тебя офицера пока нету. Есть, есть там за. Так я ж тебе куда сказал-то, Эмиль? По пригорку идти офицером. Куда ты пошел? Ну скажи, вот зачем ты вот делаешь то, если ты не знаешь куда на этой карте идти? Не делай лишних движений, не делай. Иначе несбалансированности. Вот видишь, к чему это приведет. Я уже потерял пулемет. Ты сейчас потеряешь свой, отводи его подальше. Отводи подальше пулемет, вот здесь вот. Самолет вот здесь должен стоять. Ты не надо воевать с ним. Твоя цель захватить только эти точки. Пулемет прикрой свой. Медпункт делай. Поставь офицера сюда срочно. И к нему отбегать. И отбеги вот этими чуваками к офицеру, когда он туда встанет. Миномет по тебе стреляет. Миномет стреляет. Потеряешь все войска. Отойди к офицеру. Лечилки я не вижу. Ты уверен, что у тебя лечилка есть? Офицера сливаешь. Офицера сливаешь, беги. Не чини под огнем. Ты пулемет слил? Ну ты просто гигант. Просто гигант. Где лечилка, Эмиль? Не будет. Будет? Но ее до сих пор нет. И не будет. Потому что нас отняли это дело. Ты стал очень плохо играть. Очень. Причем я тебе могу сказать... Куда пошел? Точку захватывай. Куда пошел? Точку захватывай. Куда ты пошел отрядами? Эмиль, я же не могу все время за тебя играть. Давай, соберись и играй сам. Я тебе только буду общую давать моменты, чтобы координировать наши действия. Но дальше ты сам по мелочам должен играть сам. Чё ты двумя отрядами захватываешь? Одним отрядом. Второй уже подкрепляйся здесь. Я просил пулемет тебе сделать. И поставить его вот здесь. И второй вот здесь. Так, они начинают отстраиваться. Мы тоже должны начинать отстраиваться. Наша цель, вот эта VIP-точка. А тебя вот эта VIP-точка.
Как больше парашютистов не делай. Качаешь первую фазу и качаешь горных егерей. Первая, вторая лычка. Без белых, без лычек они слабоваты. Но можешь их уже делать. Ты мне помогать будешь? Что у тебя два отряда стоят? Ты пришел сюда погулять или воевать? Дави его, дави. Вот, видишь, мы его поддавливаем. Вот здесь минометчик у него стоит. Пулемет сюда так и не принес. Я забираю. Я забираю свой пулемет, потому что мне нужен в своем месте. Ты должен поставить пулемет свой, чтобы прикрыть свой самолет. Тебе идет большая толпа. Давай, 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 давим, давим их, давим. Стоп, там пулемет, дальше не ходи. Не ходи, к лейтенанту отбегай. Отбегай к лейтенанту. Давай. Не заставляй, чтобы меня тебе говорить прям все разжевывать в рот. То есть старайся действовать стандартно. Качай первую лычку для. И больше говорю, не делай этих самых, только делай горных егерей. Я тебе там больше помогать не буду, я ухожу на свой фланг. Твоя цель так и остается. Вот она, твоя VIP-точка, ты ее должен взять. А здесь мы воюем вместе. Видишь, я свою точку вот там уже взял. Они Т2 делают. Лычки, лычки на горных егерей. Отступай под пулеметами. Не надо сходить. Не надо ходить туда. Не надо туда ходить. Ты меня слышишь вообще? Сейчас сольешься. Вот, держимся тут и все. Потом сейчас все делаем. Минометчики сделай и все. Твою точку надо брать. Пулемет стоит бесполезно там. Чем прикрывает? Ничего. Подразделение поддержки, да, или пехоты? Пехоты. Так, где мой второй миномет-то, блин? Его слили. Очень плохо. А как его слили? Вперед!
Пулемет. Внимание, арта. Внимательно смотри, сейчас по самолету арта. Беги там, если что. Так, хорошо, держимся. Центр, центр. Эмиль, центр. Подожди. Ждать некогда. Центра не будет. Wir geben uns in Position. Weiter.
Что с тобой? Bewegung! Halt mit Ziel!
Арта, по твоему самолету. Беги. Беги по самолету, Арта. Yeah.
Есть бомбежка? Нету. Фигово. Команда у тебя в тылу. Разберись тут. Блин. Ну что там у тебя с той точкой, ты сможешь взять ее? Есть план, попробую. У тебя разведка есть? Сможешь пролететь? Мне нужна разведка. Вот здесь. Давай, где? Лети. Я тоже сейчас этот скину. Лети, только надо в разные места скинуть. Полетел. Хорошо. Отлично, две пушки. Черт, а где мои ресурсы-то? Ты Мореса не видишь? На карте, где они? А, вот они. Не хочу. Ты
Пушку, пушку уничтожай. Отойди, сейчас там бомбежка моя. Пушку, пушку убей. Все. Ой, какая сложная игра-то была. Безумство какое-то. Победа. Да, ну очень сложно, очень сложно.